Привет! Буду делать сегодня плафон для лампочки, который будет светить для моих растений на подоконнике. Сейчас зима, хочу добавить больше света. Все делают на воздушных шариках это, а я решила сделать вот такой вот формы. Корзина, чтобы не падала, я засунула вот ее в раздвижной стол и немного прикрыла. Также для этого у меня вот есть клей ПВА. Так, мочалочка и, конечно же, нитки. Буду начинать. Смачиваем мочалкой вот так вот нашу корзину. Делаем. Так, и теперь навязываем нашу ниточку. Это вот так. Мы ее тут скрепляем. Чуть-чуть. И все. И пошли по кругу. Немножко промотаем и опять пропитаем нашу ниточку клеем ПВА. На столе оказалось не совсем удобно, так я вот в руках, вот уже, видите, как намотала. Также проматывала здесь, но эти ниточки потом будут обрезаться. И надо теперь, так, тут натягиваем. Ой, сползает немного. Надо теперь пропитать верхушку клеем, чтобы оно тоже приклеивалось. Вот так. Вот я намотала будущий плафон. Сейчас пройдусь клеем и буду оставлять его сушить. Вот прошли сутки, корзина высохла, вернее наш будущий плафон, и будем это все дело пробовать аккуратно снимать. Я разрезаю нашу всю натяжку. Так. Обрезаю, чтобы можно было стянуть с корзины. Будем пробовать стягивать. Вот я стянула с корзины наш плафон. Теперь буду аккуратно снимать клееночку, чтобы не нарушить форму. Вот такой вот плафон у меня получился. Смотрите, еще даже будет с бахромой по краям. Так, и сейчас я вот приготовила моя лампочка специально для растений. И буду ее просовывать. Сейчас найду серединку как-то. И буду просовывать наши вот эти все дела. Не пролазит вилка. Я, наверное, сделаю все-таки надрез, чтобы был так. И засовываем. Просовываем аккуратненько. Так, так, так. Не навредить. Надо, наверное, еще больше резать. Надо было до скручивания, потом скручивать нам вот так. Видите, пролазит, пролазит.
Так, а тут теперь у нас большая дырка, но я думаю, я ее тоже чем-то заделаю. Аккуратно, так. И просовываем. Да, шнура у меня много, вот так вот. Вот так вот лампочка будет. Хотя оно тут не пролазит, лампочка, но я вот так. Вот так получается. Сейчас подвешу и покажу, что получилось. Настал вечер. Я включила освещение своим растениям. Сейчас посмотрим мой... Настал вечер. Я включила свет уже для своих растений. Сейчас посмотрим на мой плафон, как он выглядит с включенной лампочкой. Вот такой плафон с бахромой я оставила. Я его не заворачивала. Ну, в принципе, с учетом того, что сделано своими руками из ниток ПВА, в принципе, отлично. Вот мои цветочки освещаются. Надеюсь, будут лучше расти и цвести. Ну все, вам пока-пока. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, мое видео вам пригодилось.